увидел на стенке такое граффити, нарисовано в стиле Бэнкси, не знаю, может даже Бэнкси. Путин и Зеленский. И улица, по-моему, называется улица. Это район Хакни, а улица, нет названия улицы, да, что это значит, Путин так вот руку как-то, а Зеленский два пальца. Зеленский в зеленом камуфляжном костюме, Путин в черном костюме. Да, кто это нарисовал, интересно. Кстати, что-то вот здесь уже я вижу закрашено. Здесь, наверное, что-то кто-то что-то написал или испортил это граффити, потому что здесь уже я вижу закрашено. Здесь закрашено, и вот что-то закрашено. Судя по тому, что штукатурка уже отвалилась у штанины Путина, то как бы нарисовано это прилично, я думаю, может с полгода, может больше.